Здравствуйте! Вы смотрите «Афишу» на телеканале «Самара ГИС». С вами Юлия Север. Как всегда, мы подготовили для вас анонсы самых ярких мероприятий грядущих выходных. 14 и 15 мая в Театре драмы имени Горького будет совершен побег из Шоушенка. Вице-президент солидного банка Энди Дюфрейн попадает в неприятную историю. Его обвиняют в совершении преступления, которого он не совершал. Убийство жены Дюфрейна и любовника, по сути дела, остается нераскрытым. Но Энди, тем не менее, признают виновным. И он получает 2 пожизненных срока. Отбывать наказание ему предстоит в Шоушенке, тюрьме, из которой никто не возвращается. Страшный сон становится реальностью. Жестокая история выживания там, где выжить практически невозможно. Увлекательная история побега оттуда, откуда никто не сумел вернуться. Не пропустите, в Самарском театре имени Горького. Искусство сражения, стремление к свободе, музыка, танец, пение, духовное единение с высшими силами, общение – все это капоэйра. Капоэйра имеет на сегодняшний день четкие градации мастерства. Свою уникальную философию, традиции, характерные черты, различные направления и стили. Это боевое искусство таит в себе массу загадок. Оттого, наверное, грациозные движения спортсменов будто гипнотизируют зрителей. С 13 по 15 мая в спортивном комплексе «Грация» состоится церемония вручения поясов по капоэйре. Любителям этой игры советуем там быть. Во Дворце культуры «Металлург» в ближайшие дни состоятся концерты самарских коллективов. 20 мая ждут всех поклонников творчества танцевального содружества «Бенедиктус». А днем позже, 21 мая, на сцене выступят воспитанники ансамбля современного танца «Карамель». Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Спектакль по хорошо знакомой сказке Корнея Чуковского ждет юных зрителей 15 мая в Театре кукол. Между ее героями, букашками, таракашками и червячками-козявочками, вполне человеческие отношения. Когда гостеприимная и доверчивая муха попадает в лапы злодея-паука, лишь маленький комарик приходит ей на помощь. Музыкальная сказка о бескорыстной дружбе, о предательстве, о трусости и самоотверженной храбрости. Интересно будет посмотреть и детям, и взрослым. На этом, пожалуй, закончу. Надеюсь, наша афиша поможет сделать ваши выходные интересными. Не скучайте, всего вам доброго, до новых встреч!